Все мы знаем, что такое композиция, и все вы слышали такие термины, как золотое сечение, правило третей, спираль, Фибоначчи, золотые треугольники. Ну а если ты слышишь это впервые, то тебе вдвойне это будет полезнее и интереснее. Итак, с вами Серджио, на моем канале мы обрабатываем фотографии и делаем мир немного красивее. И если ты впервые смотришь мое видео, досмотри этот ролик до конца, в конце тебя будет ждать фотосюрприз. Ну а мы поехали! Золотое сечение было известно еще в Древнем Египте, его свойства изучали Евклид и Леонардо да Винчи. И золотое сечение обозначает, что лучшая точка для расположения объекта съемки примерно 1/3 от горизонтальной или вертикальной границы кадра. Расположение важных объектов в этих зрительных точках выглядит естественно и притягивает внимание зрителя. И в программе для обработки фотографий, так известной всем, это все-таки самое популярное. Прога для обработки. Как вы догадались, речь идет о Lightroom. Нам для помощи в построении композиции предлагается сетка, которая находится в инструменте кроп или обрезка. И при активации обрезки у вас появляется правило третей. И это помогает вам в построении композиции при кропе фотографии. А что если я вам скажу, что я часто использую другие сетки для более удачного кропа своих кадров? И как вы думаете, где я беру эти инструменты для своей работы с фотографиями? Да они находятся и у меня под рукой, да и у вас под рукой. И для того, чтобы поменять сетку и выбрать ту, которая вам поможет при обработке фото в Lightroom, вам необходимо при активной английской раскладке кликнуть кнопку «О». И каждый раз, нажимая на эту кнопку, вы будете менять сетку композиции. А если нажимать кнопку «О», удерживая Shift, вы будете отзеркаливать помощников построения композиции конкретно под сюжет вашего изображения. Вот такой вот, друзья мои, нехитрый, но сверхполезный лайфхак. Надеюсь, что видео было полезным и поможет тебе в оформлении и обработке твоих замечательных фотографий. А лайк и комментарий – это лучшая для меня награда. Если ты впервые на моем канале, не забудь перейти в мой инстаграм по ссылке под видео, и после подписки тебя ждет набор моих авторских пресетов Universal. На сегодня это все, друзья мои, интересных вам сюжетов, красивых фотографий и творческих высот. Всем пока и до новых встреч!